Последние десятилетия африканские носороги оказались в критической ситуации. Им грозит вымирание. Причиной тому настоящий всплеск браконьерства. В национальном парке Кругер в Южной Африке самая большая в мире популяция этих животных, но и большие проблемы. Это серьезная опасность, серьезная проблема в настоящее время. Может случиться самое худшее. Мы можем потерять всех носорогов на африканском континенте. Носороги прежде оказывались на грани вымирания. В 60-е годы было около 100 тысяч носорогов. Но в результате охоты браконьеров их осталось всего 2400. Торговля рогами носорогов была запрещена в 1977 году Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – CITES. Единственное, как мы можем разрешить эту проблему, это остановив браконьерство, контрабанду и спрос. Браконьерство приносит охотникам в год миллионные доходы. Рога носорога использовались в лекарственных целях в Китае и Вьетнаме многие столетия. И теперь нетрадиционная медицина становится все популярнее в развивающихся странах Азии. Правительство Южной Африки принимает ответные меры. В национальном парке Кругер дежурят солдаты национальных сил обороны страны. CITES помогает создать базу данных ДНК всех носорогов Африки. Новая технология поможет полиции, конфисковавшей на границе рога у контрабандистов, установить происхождение каждого рога, связь между преступниками в цепочке и помочь начать уголовное преследование. Хочется верить, что международное сотрудничество поможет спасти этих удивительных животных.